Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Золотые женщины. Тренеры сочинской спортшколы привезли золотые медали всероссийского мастерского турнира по самбо. Тренеры сочинской спортшколы номер 17 привезли золотые медали всероссийского мастерского турнира по самбо. Всероссийский мастерский турнир по самбо среди женщин на призы клуба «Патриот» состоялся в Новороссийске. В состязаниях приняли участие мастера самбо из всех регионов России и стран СНГ. Прибыли и самбистки из Луганской Народной Республики. Боролись в 9 весовых категориях, при этом на турнир допускались спортсменки, имеющие квалификацию не ниже первого взрослого разряда по самбо. В Сочи на всероссийском турнире представили тренеры-преподаватели детско-юношеской школы номер 17, спортсменки спортобщества «Динамо» и Екатерина Поликашина и Анастасия Ячевская. В своих весовых категориях они заняли первые места.